Всем приветики. Пришла ко мне такая посылочка из Китая. Вот, там в пакетике уже больше ничего нету. Я заказывал себе усилитель и фильтр, фильтр частот. Но до этого я сначала заказывал просто усилитель, для сабвуфера. Мне он не пришел. Я открыл спор, мне вернули деньги. А сейчас мне он пришел спустя там, я не знаю, месяцев 4 или 5. И вот разница, как упаковано. Ну, типа, вот это просто посылочка. Ну, как и там, просто пакетик, как бы. А в ней вот он усилитель. Есть же разница. Или вот это, вот он, я так думаю, вот это усилитель. А вот это, наверное, фильтр. Есть же разница. Или этот усилитель упакован, или этот. Сразу чувствуется. Или его плата. Плата, которая валяется по почтам, просто вот так вот замотана. То есть на нее что-нибудь упадет, и раз там что-нибудь сломается. Вон она, плата. То ли дело здесь замотана. Ее хоть уже как не бросай, и мне кажется, ей уже все равно будет. Но сейчас посмотрим. Это, кстати, Аюима шлет всегда в таких замотанных. Она вообще все шлет в такой замот. То есть не жалеет на упаковку. Она, ну, как бы беспокоится за целостность доставки товаров. А это ГХ, ГМ, что-то как-то на ГХ, три буквы, ГХМ и ГМХ, что-то такое. Или ГХТ, что-то такое. Вообще не заботится, типа, на, а как ты будешь там это, будет работать, не будет, не важно. Главное отправить. То ли дело здесь, во, сколько слоев, елки, метелки, это ж сколько вот этой ленты мягкой. Вот уже реально чувствуется, что переживают. Хотя нет, это фильтра, я так понимаю. Да, их две штуки. Так ничего себе, они тяжелые. Это мне надо сейчас ножик будет. А вот это, я так понимаю, ну все равно, даже если вот это усилитель, ну тоже разница есть, или его упаковка, или его упаковка. Конечно же. Хотя я почему-то думал, что вот это, типа, ну ладно. И тем более, он еще и в коробке, то есть... То есть, мне кажется, в коробке она такая довольно-таки, картон довольно-таки его жмешь, а он не прожимается. Ну да, это фильтра, то, что там два в комплекте идет. Я хотел один, но там у них нет одного, только два. Положили в коробку и упаковали в такую мягкую ленту здоровую. Так сильно ее завернули. Во. А это просто без коробки, без ленты пупышка, которая уже лопнутая вся. Просто уже даже ничего не лопается, она вся раздавленная. Ну, естественно, на ней куча товара лежала. Там же все налаживать, там уже все давно лопнуло. Если оно будет работать, это будет невероятно. То ли дело во Аюима. В Аюиме мне нравится заказывать. Во, Аюима. Аюима. Вот это качественные вещи, как бы. Ну, и доставка у них, как бы. Они положили в коробочку, упаковали. И теперь вот оно пришло. Ну, то есть, молодцы, мне нравится. И вот тут все аккуратненько лежит. И картон довольно-таки такие плотные. Попробуй продави, давишь, он не давится. То есть, да, вот даже если бы они отправили в этой картонке, мне кажется, с ним бы ничего не стало. А они плюс еще и ленты добавили. А в то время как эти просто пупырку, которая уже вся лопнута. А вот здесь пупырка еще не лопнута. Так, ну а теперь надо размотать, получается. Это что было? Вот что у нас пришло. Отбросим пока что это, потому что я вот это вот заказывал. Вот он сам усилитель. На него две крутелочки. Получается, как он выглядит. Такая плата. Вот она. Сзади. Так вот все выглядит. Это у нас получается что? Громкость крутится. Сюда можно крутелочку поставить, кстати. Оно получается на максимуме стоит, наверное. Вот. Громкость крутится. Так. Это у нас громкость.
Ну да, оборот делает, то есть вот отсюда до максимума и до минимума, то есть, ну, нормально. И еще одна крутилочка, это уже фильтр частот, то есть насколько сильно ты будешь резать частоты. Вот это идеальная позиция, от 0 до 100%, как раз она так вот красиво получается. Здесь не очень красиво, надо вот так переместить тоже, чтобы так стояло. Во. Не, здесь больше закручивается громкость, чем фильтр. Сюда подается звук. Питание подается сюда. Ну, отсюда выходит, собственно, сам бас. То есть подключается сюда плеер, сюда источник питания, а отсюда уже выходит звук из усилителя. Ну, то есть сюда приходит, отсюда выходит, а сюда питание подается. А здесь ты уже регулируешь громкость и фильтр частот. Кстати, громкость плавнее крутится, чем фильтр частот. Хотя, нет, одинаково. Вот. И есть еще вот такая вот штука. Через нее тоже можно подключать, получается. Уже что-то отломало. Немножко припоя отлетело. Через нее тоже можно подавать звук. Но я не знаю, к чему. Ну, то есть, тройной провод. Я не знаю, к чему. У меня как три типа дается. У меня, ну, то есть, два. Короче, у меня есть выход на два провода, а на три провода я не знаю, как подать, с чего это так подается. Так что я буду пользоваться обычным штекером двойным, потому что, ну, со штекера же два контакта идет, типа. А тут три, не знаю, мне пока что не надо. Вот это такая штука. Пока что просто распакую, а как это работать будет, ну, это я уже потом буду тестить. Пока что просто такая вот распаковочка. А работает или нет, ну, буду проверять потом. Коробка вот такая. Такая коробочка, довольно-таки плотная здесь. Ну, кстати, у Юима, Юима мне нравится, у них заказывать, у них обычно упаковка хорошая и работает нормально. Вот. Не то, что у этих ГМХ или как они, ГХ, что-то я уже даже не помню. Я тогда у них заказывал. Они, а вот сейчас посмотрим этот, они с почты мне. Они говорили, что у них какая-то проблема на почте. Мы сходим, разберемся. Я ждал, они ничего не делают. Я говорю, ну что там, они, да, типа, мы знаем, мы это разберемся. В итоге я жду, они ничего не делают. И в итоге, а уже заканчивается заказ, я говорю, ну я открыл спор, мне вернули деньги. А они даже не удосужились, вот эти чуваки, не удосужились даже пойти и узнать на самом деле, что там происходит, и забрать свой товар. Он так и лежал на почте, и в итоге его мне отправили. То есть мне за него вернули деньги, и он еще лежал в стране, то есть на почте в Китае. То есть продавец мог прийти и забрать его, но он не забрал, он вообще ничего не стал делать. Типа, он просто вернул деньги и не пошел за своим товаром. В итоге он лежал, что-то там какая-то проблема была, и в итоге его прислали мне, типа, чтобы он там не лежал. Раз отправитель не забирает, то отправили заказчику, лол. Ну, вот такие дела. Блин, его еще достать отсюда проблема, на самом-то деле. Хотя, точно такой же, вообще точно такой же. И вот разница. Здесь просто пакетик. Такой же усилитель, только такие же крутелки, вот они. По-моему, на вид одинаково. Вот если... Единственное, что цвета он разные. И на крутелках здесь вот торчит такая остренькая штука, а тут, мне кажется, не торчала остренькая штука. Вот здесь просто крутелка ровненькая, просто красная такая штука, а здесь вот она торчит, ну то есть здесь вот ничего не торчит. А здесь вот она как бы выпирает такая стрелочка. Вот она как бы вот выпирает стрелочка. Да. Прикольно. Но странно то, что он не пошел, даже не забрал свой товар. Он же ведь за него вернул деньги. Иди забери товар.
лежит на почте у тебя же, в твоей стране. Нет, он не пошел. Ну и вот разница. А Юима ложит в коробочку. Я даже сейчас гляну, как их там зовут. Или не гляну. Наверное, даже не гляну. У меня комп занят. В общем, не важно. Но суть в том, что разница какая вот она. А Юима ложит в коробочку. Это контора ложит в пакетик. А Юима уматывает сильной такой мягкой лентой. А эти просто пупырочки, там пару слоев и все. А так на вид, по-моему, все то же самое. Вот эта громкость та же самая. Вот эта чистота та же самая. О, здесь плавнее крутится, реально частота. А громкость тут же так. Сюда приходит со штекера обычного джека. Сюда я не знаю, с чего приходит. Вот она тоже. Такая же здесь штука. Для каких-то, может, я не знаю, специальных каких-то там ресиверов или с чего она там. Надевается, кстати, туже. И снимается. Ого! И не снимается уже даже. Да, что-то мне качество у Аюимы нравится больше, чем здесь. Да. Вот она плата. Здесь также питание подается. Здесь выход. Сзади такая вот штука. Вот здесь что-то attention. Please check вечер the correct probe. Дома же там что-то, типа, что? Ничего не понятно. А здесь такое есть, я просто даже не заметил. Ну, на вид, по-моему, то же самое. Абсолютно. Абсолютно то же самое. Мне кажется, так. На вид. Ну, вроде, да. Вроде вообще одинаковое. Вот. Так. И фильтр. Сейчас посмотрим, что там. Так, я вот ножичком разрезал. О, а что там было? Какие-то типа штрих-коды. Ну, по сути, они два одинаковых. Мне нужен был только один, но один они не продавали, только в комплекте, два. Я хотел один взять, но... Так, у нас еще тут замотано. Так, я сейчас все разрежу. Вот, вот она, плата. И вот он, типа, фильтр частот, то есть... Так он вот выглядит, как это работает. Типа, сюда приходит звук. А, ну, типа, обычный, я так понимаю, джека разрезаешь, два эти провода вставляешь сюда. И уже отдельно выходит басы средней частоты и верха. То есть, можно отдельно на 3 дать сюда... Ну, с обычного джека дать сюда, короче, звук. А отсюда уже выйдет на 3 разных динамика. На сабвуфер, на средние динамики и на пищалки. И уже будет разделение частот. Не знаю, как это будет работать. И будет, ну, и будет ли оно качественно разделять. Или нет, или из каких-то... Или какие-то частоты все-таки будут попадать. Ну, вот, ну, посмотрим. А пока что не знаю. Надеюсь, что все будет работать. Так, как заявлено. Вот, такая вот штука. Да, кстати, глянул. Это не GX, GHXAMP, что-то такое. А TCXR Electronics, что-то такое. Я перепутал. У GHIMP тоже, кстати, нормальные... Ну, по отзывам, по виду, вроде тоже нормальная контора. Хотя, я не знаю, у них не заказывал ни разу. А вот это я у какого-то TCXR что-то заказал, TCXR Electronics. И такая вот штука пришла, блин. И что-то на вид вообще как-то не очень.
Аюима намного качественнее на вид. Как оно будет в деле? Не знаю, надо все тестить. Пока что просто распаковка. Как потом будет? Не знаю, но на вид Аюима круче. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.